Очень сложный был первый тайм, и, на мой взгляд, в плане агрессии, в плане единоборств Арсенал нас превосходил. Они превосходили нас даже больше в контроле мяча, хотя моментов особенно не было ни у одной, ни у другой команды. То второй тайм мы молодцы. Во-первых, добавили движение. Каждый из игроков пошел такой хороший комбинационный футбол. Были очень хорошие моменты, хорошие голы забиты. И в целом мы переломили ход ситуации после первого тайма, особенно после пропущенного гола со стандарта. Ну, надеемся, в ближайшее время, вот сегодня сыграл тайм Фарфан. Наверное, для него на этом этапе 45 минут – это достаточно. Но он старался, но результативных действий не было. Не было запланировано. Сама ситуация диктовала произвести определенные изменения. Мы их произвели. И в том числе Баринова была желтая карточка. Я боялся, что любое нарушение будет показано красное. Тем более, что мы, по-моему, рекордсмены по удалениям. Сейчас, да, в порядке. Локомотив серию хороших побед, а дальше уже другая ситуация, дальше Лига чемпионов. Нужно сейчас нам восстановиться. Мы даже команду не распускаем по домам, а все едем на базу и завтра улетаем. Это очень сложный и непростой график. Это завтра мы летели до этого в Красноярск 6 назад, 4 разница, теперь летим туда сразу после игры. Поэтому сегодня заезжаем на восстановление, спать, и кушать и так далее. А завтра легкое занятие и вылет в Португалию. Очень тяжелый календарь. И заранее сказать, в порядке мы или не в порядке, это покажет время. Сумеем восстановиться, будем в порядке. Но хороший момент то, что мы вторые таймы уже, как в прошлом году, так и сейчас, стали значительно активнее быть, стали больше выполнять объем физической работы, больше работать. Это говорит о том, что мы уже подходим к своим кондициям, которые должны были быть перед началом сезона.